Капитальный ремонт здания 225-й школы идет не так быстро, как планировалось. 18 июня глава администрации Заречного Вячеслав Гладков провел на объекте выездное совещание с руководителями подрядных и субподрядных организаций, представителями департамента образования и администрации школы. Мэр подчеркнул, строители должны полностью выполнить запланированные на лето работы к началу нового учебного года. Объект очень важный. У нас возможности срыва объемов вообще нет, поэтому гарантии они давали. Мне это не нравится, то, что начинает задерживаться. Ремонтные работы ведутся в классах и коридорах, спортивном и актовом залах, пищеблоке. В здании будут заменены все окна, двери, электрическая проводка, сантехническое и вентиляционное оборудование. Вячеслав Гладков поручил строителям в ближайшие несколько дней полностью ликвидировать отставание от графика. Есть определенное отставание от графика, но критичности на сегодняшний день нет. И сомнений никаких у меня нет, что 1 сентября учащиеся учителя 225-й школы, они зайдут в полностью отремонтированное здание. Капитальный ремонт здания 225-й школы на личном контроле главы городской администрации. К 1 сентября запланировано отремонтировать только внутренние помещения здания. Реконструкция фасада школы намечена на лето 2011 года. Анна Сазонова, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».